Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем трэш на нашем бездонатном аккаунте. Сегодня я уже докачал лисицу просвет и хочу попробовать зафармить волну. Докачал также фрейку, поставил его душку. О, давайте, кстати, сделаем, потратим. Есть возможность. Попробуем сделать вот такой вот вариант. Девятую воодушку поставим. А, 98 нужен. Фига себе. Так, сейчас этот вопрос решим. Можно сделать такой вариант. У меня 20 попыток осталось, но уже меньше будет. Так, отлично. Супер предложение с монетками. Такс. Не знаю, поможет, не поможет лис. Конечно, здесь бы круто смотрелся Космо. Он бы здесь был в тему. Но Космо, к сожалению, у меня нет. Да, и ресурсов на прокачку его тоже особо уже нет. А, вот такой вот вариант у нас будет. Поехали, попробуем. Мы остановились на волне АХ. Сейчас посмотрим, что изменится. Лисица, по идее, сейчас должна их просто тупо вырубать. Даже тех же самых Ронинов. Так, Ронин забежал. Плюс Фрей, я думаю. Самое главное, конечно, чтобы у нас не разрушили все здания. Это вполне вероятно. Я их собрал в кучку. Ну, пока вроде нормально. Второй заходик идет отлично. Я до сюда дошел вообще там фактически нулевыми героями. Чисто благодаря воодушевлению. H3. Ну, пока нормально. Самое главное, малышей Ника выбивать, потому что они просто тупо будут сносить все здания. Так, все живы. Все живы, отлично. H3 есть. Ну, пока тьфу-тьфу, заходики у нас удачные. Так, отлично. Фрэнки пошли. Тихо! Так, у нас осталось... Ну, в принципе, у нас остались таблетки. 5 таблеток и 2 здания, в принципе, нормально. Самое главное, чтобы сейчас нормально зафигачили. Так, отлично. Все, гоблин идет к нам. Ну, в принципе, гоблина сейчас, по идее, должна держать Фрея вдали плюс лис. Вот тут вопрос, хватит ли нам теперь времени. Так, огник. Сейчас подойдет, наверное, поближе. Блин, к огнику не подошел. Отлично, подошел к огнику. Все, супер. Смотрим, минута 50. Две таблеточки у нас осталось. Одна под огником, одна под анубом. Я не вижу, к сожалению, хп. Сколько там хп, но думаю, затащим. Да, изи, ребят. Волна аж просто изи зафармлена. Причем без особо там прокачек зданий. У нас осталось для фарма 3 волны. Давайте попробуем еще разок. А и пройти. Так, тут у нас Дрейк фигачит. Нет, ну тут, конечно, жестко. Дрейк тут залпом вынес половину зданий на первой волне. Тут надо, конечно, больше зданий строить. Тут без варика, я думаю. А и, конечно, будет мне сложновато. Таким вариантом. Ну, будем пробовать. Я не знаю, в принципе, как видите, получается довольно-таки неплохо. Ну, а и один зафармили, ну и два, это уже все. Да, тут некросы идут, тут надо посерьезней. Блин, ну, неплохо. Такс, хорошо. Просто изи. Аж. Честно говоря, я в шоке, что мы так налегке зафармили. Я думал, будет посложнее по сравнению с тем, что было. Как видите, либо Лис, либо Космо. Вот такие вот у меня, ребят, были герои. Огник, Фрейка с воодушкой. Ну, для того, чтобы она всегда была на максималке на пике атаки, чтобы выносила. Такой вот Анубис и такой вот Лис. В принципе, довольно-таки неплохо. Теперь я хочу еще попробовать... Так, где у нас смотр? Мы в прошлый раз с вами были, бегали. Такс.
27-й. На 27-й мы остановились. Вот у нас еще старенькие герои. Сейчас мы немножко их обновим. Интересно, докуда мы сможем дойти. Бабашку убираем. Тыковку, я думаю, оставим. Блин, кого убрать? Попробуем такой вариант. Если землеройка будет сливаться, то поменяем. Поехали. В принципе, Фрейка должна здесь, наверное, с этим тащить. Так, лисица ушатался. Ну, смотрим. Вся надежда на Фрею. Фрея у меня, кстати, с обрядом лечения, с пеньком, то, о чем я говорил. То есть ее убить, как видите, сложно. Она себя хилит довольно-таки неплохо. Даже при таком дамаге по ней без проблем это все фармится. Ну, 27 тоже на изи. В принципе. Не знаю, ли нам хватит, конечно, времени, но вроде этих героев поубивали. 50 секунд у нас осталось. Ой-ой-ой, мы на ком-то там зависли жестко. На Анубисе, что ли? Да, там Анубис. Смотрите, не хватает. Тупо зафармили, Анубиса не дали пройти. Плюс тотемы. Чуть-чуть не хватило. Так, ну давайте еще разок попробуем. Попробуем немножко растянуть. Если получится. Так, минус, минус, минус. Не, ну сейчас больше героев осталось. Ворожей остался. Надо ворожей, как видите, для этой локации качать, для подхила. Хороший ворожай, вот Махатма есть. Ну, в принципе, тут уже, думаю, мы 100% должны затащить таким вариантом. И героя все-таки. Да, просто изи. Стартнул я, кстати, с Фрей в этот раз. Ну, еще и самики подняли. Так, ребят, ну что, пробуем еще раз что-то. Видос оборвался, непонятно чего. ОБС, как всегда, тупит. Сейчас попробуем. Попробуем опять, но это зеленое, это сложное, конечно, испытание, но я думаю, зафармим. Также я вам сейчас покажу очень, скажем так, интересные изменения, я считаю. Так, ну тут, наверное, без вариантов, тут, наверное, надо просто тупо Атланта брать с собой. Самый лучший варик будет, да, видите, просто тупо ушатывать. Сейчас попробуем с другой стороны забежать, но у меня герои не особо прокачаны, поэтому особо тоже на что-то надеяться не стоит. Я помню, тут, по-моему, Атлантам фигачили. Он здесь неплохо заходит. Фига себе. Ушатали. Просто тупо ушатали. Да, тут надо будет Атланта прокачать, попробовать использовать. Пока, к сожалению, нам оно не особо доступно. Так, что у нас интересного появилось сегодня? Я таки рынок не показал. Появились довольно-таки офигенные паки, я считаю, с изменением. Вот такой вот базар-маркет, в котором есть возможность забрать лиса вот отсюда. Два мешочка, но у меня уже, к счастью, он есть. Мне это все не надо. Единственное, конечно, вот эта тема крутая, но я 5000 самым не накоплю. 100 молотков. С молотками можно было бы попрокачивать, плюс книги. Реально кайфовая тема. Но вот это вот с новым магом в сундуке, это ни о чем. Одна эмблема. В общем, этот пак можно упустить. А вот этих вот два пака за 1100. Мешки огника, мешки розы, плюс расходники. Но вот этот даже за 5000. Тут тоже, в принципе, кайфовые плюхи. Особенно для бездона. Это возможность ускорить постройку. Соответственно, получить шестую таблетку. Я думаю, я на следующую неделю накоплю 5к, заберу. Лист мне не нужен. Плюс такие вот камешки, это довольно-таки неплохо. Ну и вот этот вот набор за один сам тоже довольно-таки хорош. То есть есть возможность, будет на меня нападает, есть возможность нормально прокачаться. Так, сейчас почистим немножко склад. Заберем, посмотрим на эти плюхи. Так, это можно продать. Тоже можно продать. Тут у нас еще такое, эмблему сейчас откроем. Блин, надо ремочку. Надо ремочку, не хватает ремки. Так, это мы осколки получили. В принципе, тоже неплохо. Осколочков можно подсобирать. А вот такие вот плюхи базар-маркета. Ну, я считаю, очень даже ничего. Сундучок. Чик. 100 книг, супер. За один самик. Ну, это реально классный подгон. Скин. Так, это еще скин.
Забора у меня, как обычно, нет. Скин на Фрейю. Ну, вот это такое, как за вход, еще скин. Нормально скинов, кстати, на здание. Смотрите, сколько скины на здание. Просто тупо дофигище за один самоцвет. У вас есть возможность дособирать какие-то недостающие скины. Это реально круто. Сейчас пробежимся, посмотрим. Может, что-то новое собрали. Это опять же даст прирост в силе. Я уже так прокачаю, чтобы потом не возвращаться. По чуть-чуть, по чуть-чуть. В общем, такие вот дела, ребят, на немке. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Будем пробовать дальше фармить следующие волны. Всем удачи, всем пока.